Привіт усім! Мене звати Назарій Волянський. Ви дивитесь новини Live. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, долучайтесь до обговорень. Сьогодні мій гість, шведський дипломат і економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Будемо говорити про економіку і те, чого очікувати від 2023 року. Андерс, здравствуйте. Добрий день. Я буду говорити на русском, тому що Андерс меня попросил, что он не понимает на украинском языке, поэтому наш разговор будет на русском. Андерс, мой первый вопрос будет. Украинская экономика пережила самый тяжелый год за время независимости. Какие основные вызовы будут в этом году? К чему готовиться? Ну, конечно, главный вызов – это что 20% территории Украины все еще под оккупацией России. И больше всего это тяжелая промышленность на востоке. Очень мало из металлургии сейчас работа, и шахты стоят. И мы видели в прошлом году, что сельское хозяйство все же достаточно хорошо работало, но металлургия практически не работала. Что здесь больше всего та часть экономики, которая стоит на месте и будет стоять тоже в следующем году. И но тоже сельское хозяйство, скажем, что производство чуть больше половины того, что было год раньше, что сельское хозяйство тоже страдает. Что меньше всего страдает, это высокая технология, что даже развивается в Украине, и мелкие предприятия. Что нужно сейчас украинскому правительству сделать, чтобы снизить экономические потери? Но главное, это не что правительство делает, но что Запад делает. Ну, как вы знаете, США сейчас обещал 45 миллиардов долларов Украине, и там большая часть, ну, приблизительно миллиард долларов месяц для бюджета, ну, больше, полтора миллиарда долларов месяц для бюджета. И Европейский Союз обещает то же самое, что США и Европейский Союз более-менее финансируют дырку в украинском бюджете. Что очень странно, что это МВФ ничего не делает. Скажем, в 2014 году МВФ уже в марте 2014 года организовал большую программу, большое финансирование. Сейчас МВФ организовал программу, которая ничего не финансирует на 4 месяца. И потом, может быть, кое-что делает. Это неприемлемо, и я думаю, что это просто слабость менеджмента МВФ сейчас. Но что правительство делает, это что правительство делает, что надо, сокращает ненужные расходы и все еще выплатит нужные расходы. Скажем, 2 месяца тому назад, что меня больше всего беспокоило, это инфляция. И сейчас инфляция приблизительно 27%, что много. И главная причина здесь, это что Украина в прошлом году не получила достаточно финансирования для бюджета. В этом году это лучше будет, по-моему, что было достаточно много западного внимания на нужды бюджета. И, насколько я понимаю, Министерство финансов сделало все, что нужно, и МБУ, скажем, не имело большие возможности влиять на обстановку, но профессионально вьет себя. А достаточно ли этих денег, что Запад обещает Украине в этом году?
Может быть, не совсем достаточно, но много. И сейчас лучше выглядит, чем в прошлом году. Какими должны быть стратегические направления восстановления национальной экономики? Ну, в самом деле это достаточно очевидно. Надо, чтобы транспорт и электричество работают. И удивительно, что телекоммуникация настолько хорошо работала в прошлом году. Железные дороги оказались героями в этой обстановке. И надо просто совершить ремонт, где точно кое-что сломало. Прежде всего, это, конечно, электричество из-за того, что Россия особенно это атаковала, и электричество – это основа для современной экономики, и вся как-то лучше работает, чем можно было бы ожидать. Вы уже упомянули МВФ. Кто может повлиять на Международный валютный фонд, чтобы он изменил свою позицию по Украине? Все западные страны, это странно, что Всемирный банк имеет намного более положительные позиции по Украине, чем МВФ. Что там просто исполнительный директор, который непонятно почему ничего особенного не делает для Украины. А нужны ли Украине эти кредиты, да, она же будет потом отдавать очень-очень много лет. Может, лучше гранты? Конечно, лучше гранты. США, практически все деньги от США – это гранты. Европейские деньги – это кредиты, но условия там очень положительные, что в самом деле много из этого будут гранты потом. Но деньги МВФ – это кредиты. И ну, достаточно низкая процентная ставка обычно, приблизительно 3,5%. Но надо платить достаточно быстро эти кредиты. Но главное сейчас это, что деньги есть. И потом, думаю, будут разные реструктуризации кредитов в любом случае. Что вы можете видеть сейчас, что некие украинские предприятия, которые имеют, взяли кредиты, что они сейчас покупают эти кредиты для четверти стоимости этих кредитов из-за того, что у них есть денег, что они могут так действовать. Что кредиты можно сократить потом. Но что очень важно, это иметь эти деньги достаточно быстро, чтобы не будет инфляция, как в прошлом году. Как привлечь инвестиции в украинскую экономику во время войны? Готов ли кто-нибудь на Западе к инвестициям во время войны? Общий ответ очень сложно, и даже лучше это не пробовать делать. Что мы сказали, что сейчас первое – это, конечно, совершить ремонт, и потом надо совершить достаточно большие общественные инвестиции. Скажем, большие дороги к Европе и железные дороги к Европе. Это что очевидно строит, потому что инфраструктура в Украине сейчас больше всего направлена на Россию, и надо сейчас строить новую инфраструктуру из-за того, что в течение последнего года
экспорт Украины изменился. Раньше было чуть больше 40% Европы, сейчас почти 2/3 экспорта Европы. Это значит, надо новую, другую инфраструктуру, и это должно, в принципе, Европейский Союз должен платить за это, и, вероятно, это дело через Европейскую инвестиционную банк, что там можно получить достаточно большие деньги. Тоже Всемирный банк может помогать с тем. И для частных инвестиций есть большие предприятия, которые готовы заниматься с большими рисками. Я имею в виду большие энергетические компании, как Shell, BP, они такие компании должны вложить деньги в производство газа в Украине и тоже в производство новой энергии, ветерной и солнечной энергии. И они готовы достаточно рано прийти, они готовы работать с большими рисками. Но в основном надо иметь страхование против политических рисков. И это очень важно, это организовать. Это Всемирный банк это делает, Европейский банк для реконструкции и развития может вложить деньги, когда большие риски, чтобы частный капитал не приходит. И мы видим уже сейчас, что маленькие предприятия развиваются, где мало капиталов. Но что нельзя ожидать, это что это будет долговременные инвестиции, скажем, машиностроения. Им требуется больше безопасности, что это сложнее. Ну, тогда вы скажете, компьютерные компании, которые работают software, они программисты, они могут в любом случае работать, что там не надо особенного капитала. В России говорят, что будут уничтожать украинскую инфраструктуру, мосты, дороги. Что тогда? Что будет тогда? Как Европа и Европейский Союз будет реагировать на это? Потому что в России хотят перерезать эту помощь Запада Украине. Ну, конечно, нельзя совершить огромные инвестиции, когда война продолжается. Тогда, как сейчас, это больше всего ремонты. Но надо готовить. Это большие инфраструктурные инвестиции, которые нужны, чтобы связывать Украину лучше с Европой. И тоже, скажем, в Польше и в Румынии надо иметь лучшие дороги. Ну, в Польше уже хорошо строили большие дороги сейчас на восток. И это на основе инвестиций от Европейского Союза, государственные инвестиции. И надо победить в войне просто. До того ничего не получается. Я, конечно, не военный эксперт, но это главное. И, к счастью, сейчас мы видим, что Франция, США и Германия в конце концов посылают легкие танки в Украину. И я думаю, что после этого намного больше оружия посылается в Украине, что делает впечатление, с одной стороны, насколько хорошо и
смело украинские военные действия, с другой стороны, насколько ужаснее русские бандиты ведут себя в Украине, что больше и больше поддержки будет. И, конечно, я с самого начала аргументировал за no-fly zone в Украине, потому что это просто ужас, что сейчас в принципе есть no-fly zone в России, что Запад не разрешает украинцам атаковать в России с западными оружиями, в то же время, как Россия все время атакует от таких баз Украины. Это ужасно, долго не может держаться. В результате войны экономика Украины понесла потери более чем на 700 миллиардов долларов за прошлый год. Такие данные были озвучены в украинском правительстве. Сколько времени нужно будет Украине, чтобы выйти на довоенный уровень? 700 миллиардов долларов, я считаю, слишком много. Если мы смотрим на то, что сломано, это, вероятно, 130 миллиардов долларов. Сколько они произвели, это 70 миллиардов долларов, что это 200 миллиардов долларов. Можно добавить, но больше, чем 300 миллиардов долларов страна. Ну, конечно, много здесь значит, как мы ценим каждую жизнь украинца. Когда Ливия стреляла самолет в Локерби, тогда считался в американских судьях каждая жизнь 10 миллионов долларов. Что если мы говорим, что, ну, например, 50 тысяч украинцев погиб, и говорим, что это миллион за каждый, тогда это сразу 50 миллиардов долларов только там. Если это 100 тысяч украинцев, которые погибли, тогда это 100 миллиардов долларов. Ну, скажем, 300 миллиардов долларов в прошлом году. И до того было большие потери после первой инвазии России. Я считал на это, там можно найти всякие цифры от 30-100 миллиардов долларов, что это тоже большие, более ранние потери. Но России надо платить, и главное здесь это валютные резервы Центрального банка России, которые находятся на Западе. Это чуть больше 300 миллиардов долларов. Надо взять и конфискировать эти деньги и передать Украине как репарации. И с удивлением видел, что немецкий канцлер Шольц сказал, что он готов рассмотреть это как возможность. Урсула фон дер Лайен это сказал уже в июле прошлого года. Канада уже взял закон по этому поводу. Здесь США только взяли закон о активах олигархов. И это намного менее важно, потому что это не государственные деньги. Надо показать, что эти олигархи действительно виноваты. Это не наличные деньги, как валютные резервы Центрального банка. Неизвестно, где они находятся часто. И если они это продадут, обычно они получают только половину цены активов. Ну, скажем, яхты и дворцы. Достаточно мало стоят на аукционах.
Какие еще санкции необходимо ввести, чтобы вынудить Кремль остановить эту войну? Ну, санкции не могут это, не могут остановить войну. Что сейчас главное это, чтобы они не получали современные технологии, электронику. И мы видим, ну, как CNN показал в последнее время, что иранские дроны, они полны американские технологии. Скажем, здесь столько технологий, как не считается военные, но двойное использование, что это имя для обычных гражданских целей и для военных целей. И больше и больше это остановит, как это сделали во время Советского Союза. И мы знаем, что это значило, что Советский Союз был намного более слабый, чем думали на Западе из-за того, что технология была настолько слабая. Можем ли мы с вами сказать, что санкции Запада против России исчерпали себя? Нет, они важные, что... Скажем, в начале прошлого года ожидали в России, что будет рост на 3%. Сейчас считают, что будет спад на 4%. Я ожидал, что будет спад на 10% после первой санкции. Но оказалось, что финансовые санкции не были достаточно сильные. И в этом году общий прогноз – это спад ВМП на 4%. Это значит, что санкции в этих двух годах стоило приблизительно 10% или больше российской экономики, что важно их держать и укрепить. И, конечно, там много других эффектов, что... Большие бизнесмены сейчас должны избирать, будут ли они в России или будут ли они в Израиле или в Дубае. Больше возможностей нет. В принципе, те, которые уедут, в основном они потеряют свои ресурсы в России. И это значит, что это будет худшее управление и худшая экономика. А эти бизнесмены в России могут как-то повлиять на Путина, если посмотреть на то, что они потеряли уже за прошлый год, или нет? Или они просто уедут? Я думаю, что они только уедут, потому что у них организации нет. Каждый действует сам для себя, и у каждого нет столько ресурсов, которые они могут потерять. И что каждый борются за собой, и они не содействуют. А как заставить Путина заплатить Украине за то, что он сделал с начала войны? Заплатить за восстановление, я имею в виду. Ну, как я сказал, надо конфисковать валютные резервы Центрального банка. Это 300 миллиардов долларов. Это мы знаем, где они находятся. 7 центральных банков на Западе, 90 миллиардов долларов в Германии, 60 миллиардов долларов во Франции, 40 миллиардов долларов в США. И это очень конкретное, что это только политическое дело. И я думаю, что очень важно, что украинское правительство действительно это требует. Потому что так выглядит на Запад, что Министерство финансов и Министерство юстиции, они вообще против конфискации. Не думая о том, что это государственные ресурсы и что Россия виновата. И центральные банки, они не хотят потерять ресурсы, независимо от того, что это не их ресурсы, а что они очень мало получают от этого. Что просто им надо
показать совесть и нравственность и вести себя нормально. Там нет никаких принципов, но они выступают, как у них есть принципиальная поддержка. Этого нет. Что надо, чтобы украинское правительство очень жестко это требует. И тогда я думаю, что это возможно, и больше всего это через парламент, что это возможно. И американский конгресс, в принципе, готов это делать. Но, к сожалению, сосредоточился на ресурсе олигархов, потому что это более популярно. Мы хотим взять деньги от олигархов. Независимо от того, что это намного меньше денег, и быстро ничего не получает от этого. Валютные резервы Центрального банка России – это большие деньги, это наличные деньги или они государственных облигаций, что можно это получить в наличных сразу. И там есть ясные принципы, никаких особенных юридических проблем. Уровень жизни в России упал на 10% за 2022 год, и еще на 10%, вероятно, будет падать в дальнейшем. Об этом вы заявили в одном из интервью. 10% – это не так много. Что может нанести еще мощный удар, урон для российской экономики? Ну, я думаю, что это нельзя ожидать. Что мы видим сейчас, это что западные продукты, которые были, уже нет. Многие из них исчезли в 2014 году из-за российских санкций, не из-за западных санкций. И сейчас можно получить такие продукты из Китая и Индии, чуть хуже качество, но или из Турции. И достаточно сложно организовать санкции против этого. Но, скажем, это не главная цель Запада. И потом это машины, что они худшие. Будет снова «Жигули» и «Москвич», и, может быть, даже «Газ», что это хуже будет, но не катастрофа, не будет дефицита, как это было. Ну, я жил в Москве в 80-х годах, и тогда магазины действительно были пустые. Совсем пустые эти продукты, которые там были. Может быть, что это 5 разных продуктов, что вообще можно было купить по поводу качества. Сколько денег Запад готов потратить на восстановление Украины? И создадут ли миллиарды Запада украинское экономическое чудо? Если мы смотрим на планы, в прошлом году Запад дал порядка 100 миллиардов долларов Украине, и, вероятно, будет приблизительно 100 миллиардов долларов в этом году тоже, как США уже обещал 45 миллиардов долларов на 9 месяцев. Это решение Конгресса в декабре. И можно считать, что Европейский Союз в сумме дает приблизительно столько. Но это большие деньги. И потом мы добавим 300 миллиардов долларов валютные резервы Центрального банка. Тогда это 500 миллиардов долларов, что это большие деньги. Потом это должно быть больше всего, скажем, после войны, после пары лет частные деньги. И тоже деньги международных финансовых институтов. Что это
Это реально. Но надо взять эти валютные резервы Центрального банка России, иначе это не получается. ЕС тоже понес экономические потери из-за введенных санкций против России. Чувствуется ли усталость на Западе от войны в Украине? Нет. Скажем, здесь в США, ну, как я живу в Вашингтоне, оппозиция против поддержки для Украины – это республиканцы около Трампа, которые просто работают для Путина. Больше всего там сенатор Рэнд Пол, который явно слуга Путина. И что там есть некоторые предатели, что это главная проблема. И мы видим сейчас эти люди, которые не хотят избирать Кевин Маккафи спикер, но там 20 их, и в основном это люди, которые за Путина и против демократии, что это просто позор республиканской партии, как Трамп всегда был. И Трамп, конечно, совсем против поддержки Украины. И максимум его сейчас это 50 членов Конгресса. Ну, это значит четверть республиканских конгрессменов и 11 сенаторов. Что тоже четверть их. Что там есть группа. Но надо это не понимать, что это они устают от поддержки Украины. Но из-за того, что они против демократии и за клептократию Путина, потому что они как-то получают деньги. В США разрешают темные деньги. И республиканцы последние выборы получили 800 миллионов долларов. Неизвестно откуда. Демократы получили 600 миллионов долларов. Но это просто позор, который решили здесь республиканский высший суд в 2010 году. Надо это изменить, но это легко не получается. Что коротко, есть люди, которые просто получают деньги от России, и мы не знаем как. И мой последний вопрос. Каковы ваши ожидания от этого года? Что станет решающим в войне России против Украины? Ну, сколько Украина получит оружия от Запада? И мы видели сейчас, что легкие танки из США, Германии и Франции будут в Украине. Я думаю, потом будут тяжелые танки, будут более прецизные ракеты и, в конце концов, современные западные самолеты, ну, скажем, F-16. Есть тоже другие самолеты, которые хорошие. Например, шведские Gripen и французские Rafale. Что есть разные возможности. И я думаю, что тогда Украина победит. И надо победить на поле. И больше всего надо взять Крым, потому что это полный позор Путина. И что мы видим сейчас в России, это что Путин очень боится вообще встречаться с людьми, что явно он считает, что его безопасность очень слабая сейчас, что надо... Надеемся, что кое-что случается с Путиным. Спасибо вам огромное за время и за интервью.
Шведський економіст та дипломат, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд для новини Live та вас, шановні глядачі. Підписуйтесь, не перемикайтесь і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. З вами був Назарій Волянський. До зустрічі.